Всем привет, друзья! На связи Байрон, и мы с вами в Pacific Drive. Я понятия не имею еще, как она будет именно в процессе работы записываться. Это первый ран. Я захотел записать ее с меню, потому что здесь была такая классная вокальная партия, здесь обалденный саундтрек. Ух ты, а менюшка-то не статичная, смотрите, здесь что-то происходит прям. Прям уже в менюхе. Но не будем затягивать, давайте играть. Что, хотите изменить настройки, прежде чем начать? Да начать, ничего не буду менять. В графике я вроде как полазил немножко, уже все приспустил. Должно работать вместе с OBS-кой. Я надеюсь, что будет работать нормально. Потому что мне очень хочется в нее погамать. Угу. В 1947 году на территории Олимпийского полуострова началось испытание новой многообещающей технологии. Совсем скоро по Америке гуляли слухи о невероятных открытиях, а вместе с ними истории про экстренные эвакуации, таинственные исчезновения и необъяснимые явления. В 1955 году правительство решило оградить часть полуострова стеной и установить Олимпийскую зону отчуждения. На протяжении 30 лет границы зоны расширялись, пока правительство наконец не закрыло все пункты пропуска. Ничего не напоминает? Зона отчуждения, там 30 лет... Широкая публика так никогда и не узнала, что произошло за стенами. Или за стенами. Пишите в комментариях, как правильно. Паромчик. Alan Wake? Нет. Нет, не Alan Wake. Экспресс. Order from... Это адрес такой-то. Постучать первое. Так. Стоп, у меня сейчас есть один маленький вопрос. Звук. Давайте я вот так сделаю, чтобы YouTube потом не ругался. Мало ли. Ну, вроде как. Да, все, едем. О! Угу. Да я и так разобрался. Можно подумать, что это специфичное в управлении автомобилями здесь есть. Зеркала рабочие прям. А где я? Зеркало заднего вида? Просто назад смотреть? У меня фургон какой-то прям. Я думал, это седан. Ну ладно. Ну... Подергивает ее, подергивает. Но у нас же здесь аномалии всякие есть, да? Ой, что-то я гоню. Дорожка-то не очень. Какое-то ущелье прямо. Че, радио? Хорош, вообще вот руку хочется на руль так положить. Спокойненько. Смотри, какая красота. Ух ты, это вот та стена, да? Зачем? Блин, как она неуютно поворачивает. Я полагаю, дождь идет, да? Но просто с моими настройками графики мне дворники не нужны. Да, наверное, если выкрутить все это на максимум... Не, ну я слышу, как по крыше бьет. По крыше долбит дождик. Если, наверное, с максимальными настройками графики вот эта вот картина будет вообще величественной. Ну окей. Посмотрим так. Спросим в конце. А надо ли продолжать? Так, мне кажется, саундтрек отсюда у меня сядет в плейлисте отдельно, потому что это редкий случай, когда я прям сразу чувствую, что я хочу ее себе в плейлист. Хорошая музыка. Я люблю такое. Какое-то очень экстравагантное сочетание стилей здесь. И джаз, и блюз, и рачешник такой классический, американский чувствуется. А если я выключу дворники? Вот, что, мне будет заливать стекло? Не, ну вообще видно трассеры такие, да? Фары. Звук офигительный, ребят, играйте в наушниках.
Я, наверное, знаете, сейчас что даже сделаю? Я немножко это. Куда поехали? Все, стоп. Я немножко приглушил музыку с самой игры, потому что мне кажется, что она сильно конфликтует с моим голосом. Я вот по ползункам смотрю. И мы прям в одном. Что такое? Помехи? Дай музыку дослушать. Ну. Включить дворники. О, здесь какой трешак начался. Так, засмотрелся немножко не туда. Что-то вспомнилось описание. Знаете, как отличить аркаду от симулятора в плане вождения? Если вы отвернулись или на 5 секунд зажмурились, и после того, как открыли глаза, все, да, на проселочную, у вас машина продолжает оставаться на дороге или скребется там об границы трассы, то это аркада. А вот если вы зажмурились на 5 секунд, открываете глаза и вы лежите в кювете вверх колесами, то это симулятор. Заглохший, горящий там и так далее. Ну, не то чтобы это прям... О-о-о, красота. Началось, да? Началось. Говорили мне, мам с папой, на проселочную не съезжай, когда не знаешь. Ой, что такое? Страшно пугает. А вообще удобно, знаете. А, это фонари гаснут передо мной. Вот будете смеяться, мы с женой, когда ездим так на машине, перед нами часто фонари гаснут. Мне с женой рядом техника глючит. Мы прикалываемся, что это из-за того, что она в машине. Она вырубает электронику у нас. Вот, ну, сейчас-то я один же в машине, да? Что происходит? Вообще удобно. Удобно, когда камушки так. Сейчас эта дура на меня упадет, да? Давай проскочим ее по... Ну я хоть не под ней остался. Мне некомфортно здесь. Не надо. Ну пожалуйста, ну не надо. Игра сохранена. А так все хорошо начиналось. Дорожка, дождичек, музычка. Красота, лес. Извилистая дорожка. Никого на дорожке нет, кстати, тоже хорошо. Вообще, нет никакого трафика. Ух, вот это меня раз... Ну, вы поняли, да? А, все? А что меня так шатает? Олимпийская зона отчуждения. Добраться до укрытия. Так, весь хат видно. Я, кстати, ничего не менял. Наверное, до конца этого дела я... Я менять ничего не буду до конца этого видео. Если что, я потом подумаю, как перетащить, если вдруг будет мешать окно с вебкой интерфейсу. Хотя, наверное, здесь его никуда не денешь. Найти транспорт. Так. А обязательно в целом состоянии. Чё мне так плохо? Кислота какая-то. Ну так-то я нашел, вот он. Повсюду. Где-то здесь, короче, в этой локации. О. Че? Леха-муха. Ну там решетка просто не. Крушен. Угу. Пригнуться. Окей. Стандартная обучалочка, полоса препятствий. Прыгать можем, да? Я понял уже. Окей. Угу. Оп. Стандартное геймдизайнерское решение. Фиг вернетесь. Да, даже с приседом не получается. Подожди, а присед он... Нет, пока держу. Тут что делать? А, пинаться можно. А где мои ноги? Я ног не чувствую. Пейн. А я ему Боба. У тебя их нет. Алло, меня кто-нибудь слышит? Прием. Готов поклясться, что... А, неважно. Некто Тобиас. Бабам. Фрэнсис, радар барахлит опять. Сколько еще ждать, пока ты настроишь эту рухлядь? Тачка. Тачка-то в хреновом состоянии. Я на ней далеко не уеду-то. А, установить колесо. Так, подожди, подожди. Вот это вот. Что такое? А, задержать надо. Окей.
Ага. Так, интерфейс читаемый. Сесть в автомобиль. Подожди, сесть в автомобиль. Я до чего-то дошел. Что здесь еще есть? Мне прям интересно же. Есть какой-нибудь там? Чутье флиппера. Нет, ничего не подскажет. Ладно. Че? Завести двигатель. Приятненько. А, ну раз двигатель На связи Тобиас Марлкук из промежуточной зоны сектора B. Меня слышно? Сигнал бедствия исходит из внешней зоны. Ты где-то в секторе E? Хрен знает вообще, где я. Да, сейчас. Это срочно. Брось ты этот интерферометр на секунду. Там что-то есть. Что? Так ты со мной или не со мной? А че ее ведет так немножко? Мы живой сигнал поймали. Как слышно? Прием. Эта штука вообще работает? Как тебе ответить-то? Да бесполезно, без передатчика мы ничего в ответ не услышим. Кто бы там ни был, не похоже, что это кто-то из местных. Неужели вторженец? Эй, как тебе удалось пробраться за внешнюю стену? В зоне уже много лет не было посторонних. Ну, живых, по крайней мере. Воодушевляет. Ненавижу вот как... Если мы не поможем, тенденция сохранится. Верно подмечено. Меня слышно? Ты в большой опасности. Когда нестабильность сомкнется, тебя перемелет быстрее, чем кусок говядины в мясорубке. Ближайшее убежище в паре миль к востоку. Советую поспешить туда. К востоку. А компас показывает мне лицом туда, куда я еду, или где направление сторон? Если куда я еду, то я сейчас еду на северо-восток. Да? Да. А если он показывает, вот как он крутится, то я еду на юго-запад. Я как бы в другую сторону. Не люблю, когда субтитры вместе с необходимостью ехать на машине. Я неизбежно куда-нибудь врежусь. Вы, наверное, заметили, да, что я аж притормозил. Вот этот кадр мне попадался, мы сейчас будем тормозить. А, нас остановят прям, да? Окей, стоп. Оно откатывается, слушайте. Так, что тут? Поискать канистру в багажнике. Видимо, в своем, да? А, вот что меня тащит вправо. У меня колесо спущенное. Ага, окей. Что-то она маленькая какая-то. Я думал, канистры будет побольше. Так, и что? Откачать. А, ну хотя бы так. Не надо вот этого делать сейчас. А где? А, вон там. Угу. 100%. Окей. Заполнить бак. Так. Ага. А где какие-нибудь шкалы? То есть, типа, только в этих смотреть, что ли? Подожди, да я еще скачаю. Мне пригодится же. Че? Оп-оп-оп! Тихо! 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 Канистру туда. Ай! Это, наверное, было зря, да? Поехали, 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 поехали! Ай-яй-яй! Жадность фрая разгубила, да? Стоп, 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 придержите коней. Опять на спектрометре тот самый сигнал. Я уже видел волну такой формы, но где? Ха-ха, не может быть. Это отголосок? Какой отголосок? О чем ты вообще? Невозможно, их здесь 100 лет не было. Смотри на этот спектральный след и скажи мне, что он точь-в-точь не совпадает с... На что действительно стоит посмотреть, так это на скорость, с которой движется вторженец. Погоди-ка, если отбросить то, насколько мала вероятность, я бы сказал, что он движется со... Ну, нет. То есть мало того, что вторженец нашел отголосок, так это еще и машина. Мать честная, в зоне столько лет не было рабочих автомобилей. Покопаться бы в ее движке, разобраться, как он вообще еще на ходу. Давай не забегать вперед. Для начала убедимся, что вторженцу ничего не угрожает, а потом посмотрим, отголосок это или нет. В глубине души я уже знаю ответ, они вернулись. Вроде нас ничего не преследует, поэтому...
Ой, как тяжело одновременно ехать и... О, нет, не говори мне, что отправил вторженца к... Тут либо кофе, либо на тот свет изнанкой наружу. Что ей помешает отправить на тот свет неизвестного, кого взявшегося неизвестно откуда? С другой стороны, никак... Ай! Хватаю дачу за хвост. Простите, ребят, но читайте субтитры. Настолько важная. Ничего, крепенькая. Что Офи наш единственный выход? Кто такой Офи? Не волнуйся, говорить буду я. А когда это было иначе? Ребята, которые... Ой, мама мия. Так, у меня здесь ряд вопросов сейчас нарисовался. В смысле, что за отголосок? Отголосок и вторженец — это разные вещи. Ох, сколько лора-то наваливают. Тихо, тормо... О, так, гараж кофе. Яха-муха. Я так понимаю, это мое колесо было, да? Так, если топливо тратится... А! Сначала надо было на паркинг поставить, да? Так. Я все еще пытаюсь мышкой... Ну, слушайте. По-моему, даже вполне пристойно и не особенно-то и дергают. Да, это мое колесо было, вон оно. На какой рухляди доехал вообще? Найти способ попасть в здание? Так она открытая. Закрывать надо, не надо? Щелкнуть выключателем. Подожди. А, ага. Пенс. Тихо. Тихо. Что за звук? О, бог мой. Что? Кто здесь? В гараж кто-то проник? У тебя 5 секунд на то, чтобы убраться отсюда, иначе я... Ай, голова. Похмелье, да? Понимаю. Чё? Экстренное сообщение? Прием, внимание, это сообщение для доктора Офелии Тернер. В ваш гараж по официальному поручению касательно зоны направляется вторженец. Мы имеем серьезные основания полагать, что данный индивид обнаружил отголосок, принявший форму автомобиля, и... Не упоминай отголосок, ей до него дела нет. А, ага, как я и сказал... Суперофициальное поручение касательно зоны. Согласно протоколу, вы обязаны помогать вторженцу, пока мы... Это набралось 17 томов. Понятно, такая болтовня. В среднем ни о чем, да? Этот голос как из гвоздомета в череп. Очередной вторжение, значит. Когда вас не доходит, что бюро эту 300-метровую стену не просто так построило? Да я бы вообще вдоль нее ехал. Оно мне нафиг не надо было. Или ты из тех везунчиков, которые сюда не по своей воле? Угу. Стой, я только что вспомнил. Мне плевать, как тебя сюда занесло. Тебе здесь не место, так что я бы любезнейше попросил тебя убраться из моей зоны. Мне бы подлататься, не пешком же уходить. Так вот, внешняя стена одинаково хорошо не пускает внутрь и наружу. Придется найти тебе другой выход. Начни, пожалуйста, с ремонта машины, только постарайся не разнести гараж своими хлипкими ручонками. Базара ноль. Да. Рюкзак на столе. Какой? Что еще? Нужна помощь? Где-то в гараже лежит гарнитура, надень ее. Встроенный датчик определит, что нужно починить. Так, рюкзак, гарнитура. Я вот аптечку вижу. Эти, пожалуйста. Мне плохо явно. Какой рюкзак-то на каком столе? Тут нет никаких. Ну ладно. А! Ага. Окей. Так. Гарнитура. Механическое око возле карты. Карта вот здесь была. Ага. Оп. Оп. Интерфейс. Появися. Так, подождите. Ну, там видно за мной край маркера в случае чего. В целом, кстати, вебка удачно стоит. Хорошо. Пока линейно, да? О. Нифига меня потрепало. Так, починить автомобиль. Затянуть автомобиль вовнутрь. В смысле, вот, вот,
Вот отсюда вот можно, да, заехать? Эй. Че? Установить колесо? Так, хорошо, это мы уже делали. Ага. Эй. Так. Давай заедем. Вообще, я люблю заезжать задом в гараж, чтобы потом выезжать было удобнее. Но что-то мне, честно говоря, она здесь так крутится не очень, что... Мне прям на эту дуру вставать? Это же типа яма должна быть. А, стоп, что-то загорелось, вон там он. Окей. Так, на паркинг. Глушим. Выходим. Заменить дверь автомобиля. Добавить в список дел кустарная... кустарная дверь. Ага. Это тап? Тап. Окей. Ну такая, да-да-да. Кустарная дверь закрепить в списке C. Окей. Или C. Кому как больше нравится. Так, что тут журнал? Здесь в автомобиле. А, понятно, куча-куча всяких записок. Я, наверное, буду их за кадром сбивать. Или вообще, не знаю, пусть висят все время. Если меня не будет напрягать это оповещение, то и ладно. Собрать предметы из списка в брошенной за гаражом машине. Обыскать багажник брошенного автомобиля. А, вот этот. Маркеры прям сильно здесь, конечно, ведут тебя. Удерживать. Что-нибудь никак. Монтировка в ящике с инструментами. Сейчас, подожди, ящик мне попадался где-то. Да, вот он. Окей. Ага. Так, подожди, перенести, экипировать, перераспределить, перенести материалы. А. Ага. Подожди. Ага. Окей. Это типа прикольно. Слушайте, прикольно. Мне нравится. Это. А чё? Начать назначение. Ну, надо попривыкнуть, да. Хорошо. Так. А как перенести? А все сразу нельзя забрать? Только материалы, да? А ладно. Благо, они сами скидываются в одну штуку, конечно. А, недостающие материалы в куче мусора у гаража, в брошенной машине. А тут больше нету ничего, да? Кому тюкнуть? Мусор. Спокойно, спокойно. Тихо. Сигнальный огонь. А как ты его потушил? Я его в рюкзак забрал, да? Получается. Утилизатор. А, была у меня игра на канале про утилизацию, да. Угу. Че там? Снять колеса панели двери с заброшенного автомобиля. Стальная дверь. И как? Что означают? Подожди. А, это я выбросил. Не-не-не-не-не, мне надо поднять. Нет, пинаться не то. А, сила броска. Стоп, а... Ну ни хрена себе утилизация, простите. Это вандализм. Летняя шина. Слушай, так она практически целая по показателям. Ее же залатать, наверное, можно было, нет? А может быть, я зря ее сейчас расфигачил-то? Мне сказали снять... А, нет, снять колеса, панели, двери. Это что? Это панель. Давай снимать. А на чем работает утилизатор? Его тоже заправлять надо? Так, панель. Дверь, хорошо.
Я сразу собираю. Обычно я бы сначала сразу, наверное, все раздолбал, а потом бы подбирал уже. Вот это тоже можно снять. Но сейчас я боюсь большого количества объектов на экране, потому что игра все-таки, ну, слегонца притормаживает. О, колеса. Давай. Последнее колесо. Нам уже можно, в принципе, создавать, но это... Это же выживач, да? О, чуть такое. Так, за этим я вернусь, подожди. Позже. Так, нам туда. А что надо? Создать кустарную дверь? Уже, да? Так, создать. И чё? А, дверь, ага. Ну, это дверь. Типа и туда можно, да, поставить? Чпынька. Как в House Flipper, знаете, уборочка такая, найти ремонтную пасту в шкафчике. Ладно, что-то мы сильно задерживаемся здесь, да? Ух, это что, это колесо? Запаска. Запаску мы вот сюда вот пихаем. Это, не знаю, что это такое. А, вот ремонтная паста, да? Что я делаю? Зачем? Вот так вот надо делать. Так, открыть инвентарь, да? А, начать назначение. Тихо, начать назначение. Файеры мне, наверное, не нужны сейчас. Да? Вот так, о, ага. Починить автомобиль с помощью пасты. Так, ну это я только что поставил. В смысле, с помощью пасты? Угу. Во имя Отца и Сына и Святого Гагадуха. Пытымс. Ну смотри, работает. В какой-то веке. А я думал ее чинить только на такой-то матери там и... Ну практически. Изолентой и такой-то матерью. А где? А, все, вижу, внизу полосочка есть. Насколько она... Из... О, ясно. Ой. Угу. 85, 86, 87, 90. Так, а прям все надо, да? Структурные детали. Заднего бампера у меня нет вообще, и дверь. Опа. Ага. А, верстак. То есть все-таки крафтить что-то можно будет только на верстаке. Хорошо. Допустим. 100. Просканировать спущенное колесо. Это убрать? Убрать. Отлично. Где спущенное право меня вправо тянуло. Ага. Так. И чё? Отремонтировать спущенное колесо, создав набор герметиков. Вот интерфейс прямо за мной. Но он все 4 колеса показывает, короче. И там полоски просто. Так, набор герметиков. Заменить спущенное колесо из шкафчика или набор герметиков. Слушайте, запаска мне и так понадобится. А какой шкафчик, подожди? Этот? Так, стоп, у меня что-то должно быть. Где-то набор герметиков. Металлолом, резина, пластмасса. Тра-та-та. Набор механика. Аптечка. Где еще шкафчик? Офелия! Что это такое? Подожди. Стоп, стоп, это я как это сейчас сделал? Что это такое? Из какого шкафчика? Нет, не здесь. Я набор герметиков хочу. Это полка для краски. Я даже не знаю. Так, подожди, Тетрис. Мамать его Тетрис, да? Слушай, ну у меня все не влезает, да? Так. И вот, не знаю, вот так. Допустим. Короче, я... У меня нет герметиков. Ну ладно, что, придется, наверное... снимать, да? Так, это я понял.
правильно. Бум. Фига себе, с каким звуком. А, так. Ой. А как? Экипировать? Ага. Как-то оно так полуинтуитивно получается. Хорошо, да? Достать набор механика, просканировать плохо закрепленное колесо. А это можно мне... Короткое, длинное нажать. У меня такое ощущение, что игра все-таки под геймпад точилась, да? Так. Набор механика я где-то видел. На 4. Да. Угу. Угу. У меня дед так телек чинил. Подошел такой, дынь-дынь, по нему. Начал ловить. Нормально. Так, установить картонные коробки в багажник. Ух ты ж, елки-палки-то. Подожди, это вот эти? Подождите. Установить ремесленный коврик в багажнике. Что такое? Ага, где? Вот, вот этот. Так, окей. Установить арк. Ах, да. Где-то в гараже должен быть мой адаптивный резонансный конфигуратор. Для краткости арк. Подключи его к автомобилю. Где-то в гараже. Если бы не маркер, госпожа Офелия. Так. Это... Ух ты. Кто-то ядрить, колотить. Это чудо не только станет тебе проводником, это твоя путеводная звезда. Единственное, что способно вернуть тебя домой в сохранности. Отец, сын и святой дух в одном корпусе. Надеюсь, я достаточно наглядно передала его важность. И я собрала его лично. Если с поду не помрешь, потом расскажи, что он еще умеет. Такая ленивая, но горделивая мадам, да? Чё-то? Так, схема ударный молот, да? Это какой-то шаттл там был нарисован. Заполнить бак на бензоколонке. Ага. Угу. Угу. Так, заполняем. Ай, стоп. Не-не-не-не-не, где? Где? Могу? Могу. Надо сделать. Мы же, блин, на машине выживать отправляемся. Как не заполнить? А что такая маленькая канистра? Я хочу побольше. Ну, немножко. Так, здесь я все вроде забрал, да? Угу. Остановить автомобиль. А слушайте, а подождите. А мне кажется, это какие-то номерные знаки или что это такое было? Шаттл 07. Дайте попробую. Ну так, чисто из прикола. Чё это? Куда это? Ядрить моднява, а? Слушайте, о-хо-хо. Ладно, пусть будет. Не знаю, зачем, дичь какая-то пока что. Наверное, ну потом можно будет прям пепелац сделать, да, офигенный. Так, нажать на рычаг. Чё? А мне тачку не зажарят, не? Стейк готов, кушать подано, да? Все готово, посмотри на проекцию на стене. Внимание, 16:36. Парадоксы. Папа. Парадокс, что вот это вообще на ходу. Вот это парадокс. Выбрать точку на карте назначения. Ага. То, что ты видишь, это зона. Все, что находится в ее границах, больше не в состоянии сохранять первоначальную физическую форму. Иными словами, абсолютно все здесь постоянно меняет размер, форму и даже молекулярный состав. Одна миля леса может в одночасье стать 10 милями болота. И наоборот. И это происходит постоянно. Причина тому так называемая нестабильность, она здесь повсюду. И когда на твоих глазах она сожрет целую гору, ты поймешь, что с ней лучше не связываться.
Видал уже. Выживаем мы здесь только благодаря карманам стабильности. Ты сейчас тоже находишься в одном из них. И можешь видеть их на составителе маршрута. Если надеешься выбраться из зоны, нужно собрать новую антенну. Без нее ты не сможешь определять безопасные маршруты за пределами текущего положения. Для антенны нужны компоненты, так что придется тебе покататься по зоне. Выбирай маршрут. Арк покажет, куда ехать. Нас выпускают в открытый мир, да? Ну, как бы выбор такой, знаете, прям... Ну, я в России, мне привычно. Удачи! Как выйдешь из гаража, поверни налево и следуй по дороге, да? Там было. А чё вот это вот всё? Вот, как вот это? Выбрать точку назначения. Ну, выбрал. А чё я посмотреть не могу конкретно навестись? Средняя, 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 средняя. Чего-то там нет. Ви. Показать, скрыть легенду. Количество ресурсов. Ресурсов нет. Количество зданий, количество автомобилей, топлива. Всего по средне. Неопознанно, неопознанно. Постоянная стабильность, состояние зоны может кардинально измениться в любую секунду. Будьте готовы ко всему. Условия развилки. Постоянная стабильность, неопознанно. Ёлки-палки, сколько здесь всего. Такое ощущение, что ты сейчас вот просто берешь огромнейший такой учебник и, блин, не знаешь, что с этим делать дальше. Назад. А он со мной не поедет, да, составитель? Или что? Или я, в смысле, это хаб, в который я возвращаться буду? Это так? Или не так? Ладно, как бы то ни было. Поехали. О, нормально. А что это такое? Изменить способность. А, убрать способность. Способность пусто. Выбрать способность назад, назад. У меня такое ощущение, что я сейчас полез по тумблерам вот щелкать. А, так эта штука вот прям со мной теперь катается, да? Классно. О. Ага. Приблизить, отдалить. А ничего не меняется. Почему так? Показать легенду. Врата. Врата готовы. Сигнал якоря. Ух ты ж, боже ж ты мой. Что ползает здесь? Капец, это, конечно, да. Это, ну прям, ну да. Да, это любопытно. Так, не-не-не, назад. Аж откинуть пришлось. Ну, пепелац готов к пути, к путешествию, скажем так. А почему, прости, карта куда-то не туда появилась или что? Или... А-а-а. Вперед выехать можно. Это открылись другие ворота. Все, я понял. Ладно. Так, подождите. Угу. Ну, давайте посмотрим, куда нас перекинет. Да, погнали. Пока. Спасибо, Офелия. Офелия Тернер, кажется. Забыл. Поворотники надо, не надо включать? Мне кажется, пофиг здесь. Я тут один такой. Чё, сорокеточка. Топливо полное. Погнали. Как магнитолу включить? Шеф, музычку. Была очень классная. Всё, выезжаем, да? Ну. Хо... А, типа нам не дадут так ездить, да, самим? Это куда мы? А, ага. Ну, и чё? 3 часа. И всё, типа, и... А зачем тогда? Так, это немножко смущает. Я думал, мы прям будем вообще кататься здесь в открытом мире, да? РЗВ-5, радиостанция, спальный район, сырая чаща, внешняя зона. Ну, в общем так, стажер, раз уж ты тут недавно, постараюсь объяснить простыми словами. Прежде чем собирать антенну, нужно найти несколько компонентов. Начнем с плазмы. В лесу полно генераторов плазмы, проще всего будет ориентироваться на электровышки. Те антенны, что бьются током, когда к ним близко подъезжаешь. Так вот, рядом с ними всегда будут генераторы.
Найти генератор, просканировать генератор плазмы. Так, слушайте, ну, уже прилично идет. Давайте мы с вами сделаем вот так. В смысле? Нельзя сохранить? Точно сделаем вот так. Угу. Потому что да. Здесь мы, наверное, с вами остановимся. Игра меня в целом заинтересовала. Я продолжить хотел бы. Посмотрю, как это будет работать. Ну, если вы это видите, то, скорее всего, работало видео нормально. Особо не фризило. Поэтому будем продолжать в таком случае. Такие дела, друзья мои. Спасибо, что были со мной. Понравилось? Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте свой королевский лайк, если еще не. Ну, а я, как обычно, желаю вам всего самого-самого. Не болейте. Полного вам бака. До новых встреч. А пока. Пока.